Бетонные плиты у торгового центра разрушаются прямо на глазах. Некоторые лежат там же, где и свалились, а некоторые бетонные куски ограждений того и гляди свалятся. Рядом с многокилограммовыми бордюрами находится детская площадка. Дети же лазят. Они же по этим вот залазят и бегают по этим. Конечно, опасно. Как не опасно? А сейчас ведь ничего не смотрит больно. Сейчас начальство карман набивает свои. А за людей никто не беспокоится. Кто должен беспокоиться, а главное следить за благоустройством этой территории? С этим вопросом мы обратились в комитет ЖКК. Данная территория у нас принадлежит ООО «Меркурий», то есть торговому центру. Содержание и благоустройство территории должен нести собственник данной территории. На сегодняшний день комитет по ЖКХ направил уже письмо, предписание в адрес руководства о том, что нужно произвести благоустроительную работу на прилегающей территории. Напомним, пару месяцев назад от упавшей бетонной плиты на проспекте Ленина пострадал 10-летний ребенок. Мальчику ампутировали часть пальца на ноге. Береженого Бог бережет. Похоже, эта народная мудрость как нельзя лучше отражает суть проблемы. Пока ремонтные работы территории торгового центра не начались, жителям нужно самим побеспокоиться о собственной безопасности и безопасности своих детей. Татьяна Балова, Анжелика Боровинок. Наше время.